Сегодня у нас 27 мая 2018 года. Поселок Потеряевка. Вот брат Никита уезжает сегодня в Барнаул. И вообще поедет на Украину к себе домой. Сейчас провожаем его. Со всеми прощался, попрощался, поблагодарил, попросил прощения. Сегодня вот Господь дал нам погодку такую жаркую, больше 30 градусов даже в тени. Облака. Сейчас он с Алексеем Устиновым уедет. Так-то, что много дров осталось там, немножко забрали большую часть. А он же все сложил еще туда, дровяник. Много еще. Сдержал. Он еще не все. Он еще не все богатство свое взял. Накопленное. Документальное. Вот, брат. Еще что ли? Это книги, их по почте отправлю домой. Все, пускай благословит его Господь. С Богом.